Здравствуйте, небольшое видео для поднятия настроения. Конец января. Вот так мы выглядим. Кто-то собирается цвести, кто-то цветет. Здесь у меня на закрытой веранде температура опускается в одном углу до плюс 9. А вот в самом теплом, ну, около плюс 15, плюс 14. Ну, кто-то у нас болеет, кто-то цветет, кто-то собирается. Ну, что поделаешь, это зима. Посмотрим, что будет дальше. Что ты там съела, бессовестная собака? Нельзя. Котлея, которая у меня в земле, вся в бутонах, начинает распускаться. Вот эта ванда, наверное, немножечко подмерзли цветы. Ванили здесь оставался, а видно, задержалась где-то вода, и вот наша макушечка сгнила, и листик один испортился. Как ни странно, ваниль пока нормально чувствует себя. Это мы отдирали ванду, так и корни не отодрались, надо будет закрашивать. Цветет еще подарок от Эвы. Посмотрите, какая красота. Ну что, а вот подарок от Марины Телиш в рост пошел. Вот у нас целлогина фимбриата. Вот такое небольшое видео, просто для поднятия настроения. Спасибо. На улице холодно, морозно, ну а здесь зелено.